Хорошо. Хорошо. Какие возможности появляются? Давайте посмотрим. Мы их так вот найдем. При том же ударе круговом ногой, во-первых, я должен понимать, попадает ли мне соперник или не попадает. Это я чисто показываю защиту. Вот как бы вот. Я справляюсь с ударом ногой. Уже с концом движения справляюсь, чтобы понимать. Уже как бы все, вот, то есть я прозевал, что можно.